Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, даю информацию, никогда никого ни к чему не принуждаю, всегда рассказываю, что есть риски во всех проектах, и я только даю информацию для ознакомления. Вот, если вам интересно все новости, также выплаты, все направления, куда я захожу, какие-то, если будут проекты без вложений, все публикую на телеграм-канал, он на английском, для мультиязычной аудитории. Очень рекомендую подписаться. Сейчас настало время заказывать вывод с проекта Unius. Это топовый проект, в котором достаточно быстро я выхожу без убыток. Почему? Вы спросите, как же ж так? Тут же такие маленькие проценты. Благодаря тому, что я активный инвестор. Да, этого нельзя скрывать. Об этом никогда не надо умалчивать. Я всегда говорю, никогда не стесняйтесь, пользуйтесь. Пользуйтесь по соцсетям, кругом, приглашайте там свои чаты. Вы быстрее окупаетесь. Это раз. Второе, вы помогаете, вы развиваете проект, и это гораздо лучше. Всегда нужно быть активным инвестором. То есть нужно распространять свою рефералочку. Вот, это очень несложно, хочу вам сказать. За пару кликов я вот уже заработал первые свои денежки. Сейчас мы будем, кстати, их выводить. Сейчас мы смотрим на сам проект, на сам маркетинг. Я вам рассказывал в прошлом видео, посмотрите, если кто не смотрел. Какие тут есть тарифы? Тарифы в зависимости, конечно, по бюджету. У кого что по карману, конечно, чем больше процент, тем выше и порог, соответственно. 20 тысяч баксов, ну, не каждый сможет себе позволить. Но тут гораздо быстрее вы окупаетесь, забираете депозит свой, все гораздо интереснее, но минималочка большая. Первые два, я считаю, более такие ходовые. Вот 1.5%, 1.8 от 3 тысяч долларов. Ну, 1.5% это, так можно сказать, тестовый. Вот. Тут от 10 долларов, но учитывайте, что минималочка на вывод 5 долларов, поэтому ну, 10 долларов это так, разве что потестировать, посмотреть, как что работает. Хотя бы там, ну, не знаю, там долларов 100-200, и тогда уже можно будет хотя бы там через день как-то выводить. Вот. Так, я пока что для начала проинвестировал 200 долларов, но уже начинаю потихонечку отбиваться и думаю, что недельку, вторую я уже выйду без убыток, а дальше только чистая прибыль. Проект мне очень понравился. Видим развитие плавненько, не спеша. Очень много зашло крупных лидеров, сетевиков. Смотрим пополнение у нас, какие заходят люди, заходят ребята. Так, вот я выводил, и сейчас буду вам показывать еще очередную выплату партнерочки. Сейчас покажу вам свою партнерочку, покажу вывод, протестируем, покажем на форумах выплаты. У меня еще 25 долларов осталось, и, конечно, у меня все пополнения идут почему-то в USDT-шке TRC-20. Не знаю, с чем это связано. Ну, возможно, со временем, когда будет больше партнеров, может кто-то будет заходить из BEP20. BEP20, кстати, меньше комиссия. Вот, не понимаю, почему. Я сам, конечно, ей пользуюсь, но потому что уже приходится, уже на балансе. Мне, конечно, удобней выбирать там, где меньше комиссия. Так, смотрим. Тут платежных систем просто, ну, прям чуть ли не миллион. Хотите с Payeer, хотите с Kiwi. Единственный вот минус, недостаток этого всего – то, что если у вас партнер заходит, к примеру, с Яндекс.Денег или с Kiwi, если я это не ошибаюсь, я, конечно, точно не знаю, но у меня вот пока что все в USDT-шке, то либо же они в USDT-шку мне переводятся. Честно, вот это не могу точно сказать. Но если заходит партнер, допустим, с Яндекс.Денег, то они будут на Яндекс.Деньги. У меня нет этих Яндекс.Денег, и как их вывести? Вот, приходится вот уже, конечно, записать все вот эти платежки, но самые популярные это криптовалюта. Криптовалюты тут, я думаю, достаточно. Вот, Payeer также есть, там Payeer. Вот, давайте сейчас приступим к выводу средств. Вот, хотя я точно этот момент не уточнял еще. Этот момент, если я уточню, я обязательно напишу в комментариях, вот, как я уточню. Потому что, может, из-за того, что у меня депозит был в USDT открыт, то они мне на USDT приходят, либо они пополняются с USDT. Так, у меня сейчас видим баланс, это моя рефералочка, я получил вот столько с рефералки, у меня там 800 с чем-то долларов, я даже не смотрел, давайте посмотрим. Тут, вот это вот то, что тут показывает, вот, это не оборот, это прибыль, поскольку вот у меня тут есть и на 100 долларов, тут и на 500 долларов, но это показывает прибыль, сколько я получил. Я так общался, мне так объяснили.
У меня пока что партнеров немножко, но все только начинается. Вот, давайте сейчас приступим к выводу средств. Мне уже очень проект понравился, поскольку я уже, ну, можно сказать, 25% вот почти отбил. Это $50, это уже 25%. Вот четвертую часть уже отбился. Вот. Там еще по депозиту приходят начисления. Ну, со временем потихонечку я буду отсюда отбиваться. Вот. Ну и будем надеяться, что хотя бы мы тут заработаем с вами все лето. Потому что проценты небольшие на 90 дней, ну как раз вот на все лето и дальше забрать депозит и как бы заработать. Потому что каждый хочет заработать, это очень хорошо, когда ты зарабатываешь, можно себе что-то позволить. Так, видим, сейчас у меня вот такой вот баланс. Вот, нажимаем сейчас вот это число «Вывести». И покажу вам выплату. Выплаты тут, кстати, настолько быстрые, что не приходится даже вообще... Ты не успел заказать выплату, она уже в кошельке. Вот, ждешь только саму сеть. Вот, развитие идет хорошее, если так дальше будет идти. Так, все, вот видите, выплата уже пришла. Вот баланс у меня обновился. Все отлично. И также я эту выплату покажу еще на телеграм-канале, хэш там и так далее. Вот, поэтому подписывайтесь, чтобы узнавать, какой проект, какие выплаты получаю, какое идет развитие и так далее. Вот, все новости. Так, это мы посмотрели, все у нас тут отлично. В общем, какие мы можем подвести итоги? Видим хороший, перспективный, молодой проект, свежий, сейчас на самом старте. Сейчас, конечно, меньше риски, потому что мы заходим в начале. И, конечно же, можно очень хорошо заработать. Вот я вам еще раз покажу, сколько можно заработать. Я думаю, что ну, такой момент просто ну, нельзя упускать. Потому что тут помимо того, что вы 1.5% на 90 дней, так вы еще и депозит забираете через 90 дней. То есть, вот уже там к осени, уже к зиме, там, не знаю, там на лыжи вы хотите или куда-то, у вас уже будет, ну, хорошие средства. Вот, допустим, давайте вот посчитаем, вот еще при вас посчитаю, хотя я это уже вчера показывал, 1.5 умножить на 90. Это у нас получается 135, 135 умножаем. Допустим, у вас $1000, делим это на 100, почему на 100, потому что 100%, правильно? 1.35 вот умножить, например, на $1000, вы зарабатываете 1350, и 1000, ну, ваш депозит возвращается, соответственно. То есть, вот как раз вот к осени, там дальше, там осень еще прокрутили, еще там заработали, там, $1500, вот с 1000 там сделали, там, 3. Можно уже куда-то ехать, там, не знаю, зимой, там уже на лыжи или там на сноуборды или еще куда-то. Вот с $1000 заработать сверху там 2-3, я считаю, что это очень, очень даже классно. Тем более вы еще, если активный инвестор, вы зарабатываете, ну, гораздо, ваши доходы растут просто в геометрической прогрессии. Вот такой был у нас проект, я буду постоянно о нем говорить, потому что мне тут пока что все нравится. Почему нравится? Развитие началось, видим, много очень людей зашло. Очень большое количество, ну, ребят, которые понимают в проектах, так скажем, вот, и с самого старта, поэтому перспективы у нас большие заработать. Ну, конечно же, есть риски, это тоже нужно понимать, то, что любые инвестиции связаны с риском. Вам побольше профита, ну, и до новых встреч.